С вами снова Женек, и мы продолжаем проходить Slender the Aerial. В последней серии мы наконец-то ушли из этого злосчастного места, свалили на ту ведьму и Слендера, и давайте пойдем дальше, посмотрим, что нас ждет впереди. Было страшно. Очень страшно, жутко. Нервы порой не выдерживали, как вы это сами могли видеть. Ничего страшного, мы прорвались. Господи, в эту игру я никогда ни за что в жизни больше не буду переигрывать. Что мы видим? Мы вышли из этой шахты. Так что мы видим? Вышли из этой злосчастной шахты. И у нас, я не пойму, то ли рассвет, то ли уже вечер. Спокойная музыка. Кругом тихо. Записочка. Хорошо. Красотень. Одним словом, сосны стоят, елки. Да, графика хорошая, мне очень нравится. Я тут узнал то, что эту игру вообще разрабатывала даже несколько компаний. За что большая похвала. Замечательно. Смотрите только на это чудо. Красоте. Ладно. Потихонечку мы куда-то опять идем. Блин, красивая музыка. Маяк. Давно такого спокойствия я не ощущал в этой игре. Записка. Ну что, за шаги какие-то. Ну не так они меня тревожат сейчас. И скорее всего мы, наверное, сейчас продвинемся к этому. Получается так. Видимо, то, что батарейки нашей камеры садится, и все близится к концу игры. Так, еще ниже, да? Да, давай. Отлично. Куда мы приперлись? Мы приперлись в пещеру. Опять видим сигнальный огонь. Флайер. Ой. Флайер. Файер. Видимо, нашей подругой. Так, давайте-ка уже здесь включим фонарь. Недолго я радовался, однако снова начинается что-то, наверное, не знаю пока что. Но успокаивающая музыка закончилась, и куда мы пришли, понятно. Наивный ты, Слендер. Наивный. Либо я наивный. Так, ладно. Так, гадик. Телевизор.
Ты видишь это? Ну, давай посмотрим. Это наша подруга.
идет. Нет, пожалуйста, Слендер. Бля, какое тупое управление. До встречи в следующей серии.